Новогодние поздравления продолжаются. Свыше 600 семей, включая многодетные семьи, получат подарки к Новому году. В их числе семья Малаевых. Здесь подрастают 5 детей. Самому старшему ребенку 12 лет, младшему 2 года. Главное семейное дело, кроме воспитания детей, построить дом недалеко от Пересвета. Земельный участок есть, фундамент дома заложен. Сейчас Малаевы живут в однокомнатной квартире. Мы вот с большим удовольствием вас поздравляем с наступающим Новым годом и дарим такие вот новогодние маленькие подарочки, они сладенькие. Спасибо. Давай, держите, да, держите. Держите. Спасибо. Ванечка. Да. А это вот, да, маленькие. Ванечка. Спасибо. А вот в семье Карпенко проблем с жильем нет. 11 человек, включая маму, папу, бабушку и 8 детей, живут в уютном и большом частном доме. В этой многодетной семье подрастают 5 девочек и 3 мальчика. К Новому году все дети получили подарки. Готовимся, конечно, мы к Новому году, к Рождеству. Для нас это такой важный праздник. У нас это такое будет предпраздновство. У меня дочка родилась 25 декабря. У нас 25 декабря день рождения. И вот обычно всегда как-то там мы ждем. Сейчас 25 декабря у нас будет. Сейчас вот мы стол накроем, вот гости будут. У нас начинается с 25 декабря. Сейчас Новый год будет тоже как бы, ну, постепенно. И потом уже Рождество. Но Рождество – это особый для нас такой особо сакральный такой праздник. Встречи Нового года и к Рождеству готовятся и в многодетной семье Немовых. Здесь подрастают 10 ребят. Мама и папа наградили детей музыкальными талантами. В этой семье все, кроме самых маленьких, играют на музыкальных инструментах и поют в домашнем хоре. Вы видите, какие-то прекрасные дети, что они разносторонне развиты, что они не только учатся в школах, но учатся в музыкальных, художественных школах, ходят на спорт. Я от души поздравляю всех с наступающим Новым годом, особенно теплоты, душевной теплоты, исполнения желаний. В Сергиево-Посадском городском округе подарки к Новому году получат более 2700 детей. Это дети из многодетных семей, где больше 3 детей, а также дети из малообеспеченных семей и дети с инвалидностью. Полина Иноземцева, Антон Коврижных. Программа «События».